никогда в жизни просто. Кто хочет ебаться с мастером Йодой, поднимите руки. Просто как какой-то эльф, понимаешь, у Санта-Клауса появился обдолбанный, остроухий, грязный эльф. Фу. Да. Ёпта, только не ты, блядь, сука, уйди нахуй! Уйди нахуй, блядь! Ёб твою мать! Кто ты? Сука, это когда едешь куда-то на курорт, в Индию, на Гуа, куда-то на пляже Испании, и всегда на пляже будет такая вонючка длинноволосая, бородатая, которая целый день бухает и играет в волейбол, такое хуйло, короче, фу. Блядь! Умри. О-о-о. Супер. Такие, знаешь, я просто тону в его глазах. Один взгляд просто и готов. Все, можно дальше не снимать это видео. Я просто тону в тебе. Фу, блядь. Фу, сука. Вы должны погуглить его член. У него огромнейший член, который просто рвет штаны. Он ведет прямые эфиры. Иногда прям в прямом эфире у него капает член. Фу, никогда не нравился. Он меня так подбешивает. Фу, мерзотварь. Какой-то похотливая мерзотварь. Ну давай уже, трахни меня, давай. Фу. Мой вам совет, никогда не выходите замуж за малолетних качков. Потому что после 32 лет эти сексуальные малолеточки накачанные превращаются в вонючих, жирных пидорастов типа... всех работников передачи Comedy Club. Фу, блядь, какой-то лесничок, дедушка лесничок, понимаешь, притрусить дубовым листочком и все, блядь, иди грибочки собирай. Фу, блядь. Ой, иди нахуй. Членосос. Фу, блядь. Фу. Ооо. Как-то не знаю, да и нет. И хочется, и колется. Фу. Какое уёбище. Похоже на Ивана Дорна чем-то. Ой, вы нам подходите. Вау, какой он. А есть фотки его члена одного? Подождите. Сейчас. Я начинаю уже возбуждаться. О. Ну, вроде все хорошо. Но фотки самого члена нет, но типа есть. Как бы... сохраню на вечер, потом буду смотреть 15 минут и развлекаться. Мне кажется, после ночи с ним должно все болеть. Отлично, вы нам подходите. Фу, о, это типаж моего мужа. Моему мужу нравятся такие типажи, потому что у таких мужиков обязательно член размером с китовую акулу. Фу. Я слеп. Фу. Моя девочка. Иди ко мне, моя писюшка. Это моя девочка. Это моя девочка для игр. Девочки. Я почему-то думал, он будет на первом месте. Это мой муж. Уже у меня с ним, кстати, отношения больше, чем с моим мужем. Я с ним в браке с 2007 года. Люблю трамвай, куплю. Лучший, просто лучший. Несмотря на то, что старый босс.
Ему не 36, ему 44, но, конечно, там такой хуяра, бля. Там такой член, что можно просто этим членом убивать людей. Почему мужики такие страшные стали? Ой, он очень классный, но у него мега маленький член. Погуглите его член, это просто... Вот. Вот его член. Фу.